Недавно компания Ford выпустила обновленную версию Fiesta с более современным дизайном и дополнительными технологиями, чтобы конкурировать с такими моделями, как Opel Corsa, Peugeot 208 и Renault Clio, стремясь привлечь внимание клиентов, которые заботятся об экологии. Конкурирующие производители в большей степени перешли на электрификацию. Однако в Fiesta вы можете получить только мягкую гибридную систему, которая начинает выглядеть нестандартно в данном классе. Это означает, что успех Fiesta теперь больше зависит от удовольствия от вождения, а не от того, насколько дешево он будет эксплуатироваться. Благодаря сочетанию управляемости, баланса и точности рулевого управления, Ford с комфортом опережает любого из своих соперников. Также стоит отметить, что последняя Fiesta оснащена лучше, чем когда-либо, что и делает модель одной из лучших в своем классе. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!